Но вот и наступает приятная пора самых длинных выходных, праздничного настроения и безудержного веселья. Вот только в этом ролике веселого будет мало. С вами черный кот, вискас мне в компот, в котором бутерброд. Ну не, такой коктейль мне не надо, это уже какой-то фаршмак. Давайте лучше так. С наступающим, катаны! Я просил, вы поддержали. Деды Морозы и не только, снятые на камеру, часть 2. Пока вы сидите в своих уютненьких стульчиках, попивая чаек в теплых носках. Кстати, лайк, кто в носках. Зло не дремлет. И этому миру нужен свой герой. Так, опять эти супергеройские загоны, отряды Кхотамяу. Я вообще другое хотел сказать. Если вы, как и я, любите крепоту и страшилки, welcome в Амина Хоррор. Просто скачайте приложение Амина в Google Play или Apple Store. В поиске введите хоррор. И вуаля, вы в сообществе любителей шатать свои нервы. Если взять конкретно меня, то я очень люблю читать записи. Они меня, так скажем, вдохновляют на создание роликов. Например, никогда не слышали о Хидоругаме. Жуткая херь, скажу я вам. А еще скоро готовить ролик про городские легенды, и его надо обязательно туда включить. Хотя смысл, если вы уже прочитаете этот криповый интересный пост. В Амина Хоррор меня найти просто, Black Cat. Можете писать на моей стене вопросы, по возможности постараюсь ответить всем. Ну а будет лучше, если вы разыщете инфу про какого-то малоизвестного монстра и поделитесь со всем сообществом. Также жуткие картинки тоже приветствуются. Иногда шерстю в пыльном хранилище и обсираю... А, точно, я же не сказал, что ссылка на Амина Хоррор под видео. Переходи, сообщество ждет, у нас тебе будет уютно. Номер один. Скажите, как вам елочка? Безусловно, она великолепна. Вот правда на картинке. Если же включить запись, то кому-то точно нужен будет лоток. Мерзкое зрелище, особенно если учесть мою арахнофобию, боязнь пауков. О, про фобию боязни длинных слов помните? Неплохой, как по мне, челлендж вышел. Давайте чекнем, какой вы там еще вызов кинули. Из-под выпадверта. Ой, ну, ян-то очень просто, а ну, что там еще? Рентгено-электрокардиографический. Да, и правда несложно. Спасибо, что поверили. Так боюсь, ваша вера пошатнется со следующим словом. Метоксихлордиэтиламино метилобутиламиноака. Бутила. Буратино, блять. Метоксихлордиэтиламино метилобутиламиноака. Почти сказал. Это адская фигня какая-то. Это жестко, вообще жестко. Метоксихлордиэтиламино метилбутиламиноакридин. Вроде получилось, так что-то с ударениями, походу, не так, но это было адски. Короче, минут 10 потратил, чтобы вот так прочитать, как получилось. Попробуйте, если интересно. И еще крутой стишок про Новый год в конце ролика. А новые челленджи на «Прочитай слово» будут в следующем выпуске. Уверяю, есть чем удивить. Номер 2. Если честно, странный какой-то челодой маловек лег спать с включенной камерой, а потом такой: «А? Что? Что это такое? Что же там шуршит на первом этаже, да еще и в новогоднюю ночь? А ну, надо сходить посмотреть». Не-не, я, конечно, ничего не опровергаю, возможно, все так и было. И парню действительно удалось заснять самого настоящего Санту. В общем, судите сами. That's Riley Act Pink. She's excited to see Santa. Oh, he's going. Бля, ну Санта, конечно, подарков от души навалил. Be quiet.
quiet, Riley. Чё? Чувствую, сейчас Санта еще подарочков поднавалит. А нет, чё-то передумал. Наверное, другому кого-то навалит. В общем, выгрузив подарки и почесав булку, Санта съел печеньку и ушел. Не, я, конечно, предполагаю, что вы сейчас будете писать, что это постанова, а в костюме Санты мамка, ну или может батя. Но просто представьте на секунду, что это правда. И как было бы прикольно получить кучу халявных подарков от доброго старика. Не, ну это, конечно, при условии, что весь год себя вел хорошо. В противном случае можно наутро увидеть кучу фрикаделек под елкой. Ладно, пока перехожу к более криповому случаю, напишите, какие самые запоминающиеся подарки вы получали на Новый год. Номер 3. Короткое, непонятное и крайне жуткое видео. Что это? Водомерка из Чернобыля? Четвероногий плесневик из Resident Evil 7? Или все же чей-то батя после корпоратива на урановом заводе? А может, это просто CGI-монстр? Сказать, конечно, сложно, но я думаю, в комментах я точно найду правильный ответ. Номер 4. Предлагаю рассмотреть довольно интересное видео, автор которого утверждает, будто его дом посетил настоящий Санта. То, что этот парень неплохо подготовился, это факт. Во-первых, он разложил приманку для Санты в виде печенек и молока. Также среди вкусняшек заныкал видеокамеру. Еще одну он спрятал в шарике, украшавшем елку. Также без внимания не остался дымоход на крыше. На следующее утро начался осмотр поставленных ловушек. Печеньки были подъедены, а молоко выпито. Осмотр пола ультрафиолетовым фонарем показал наличие огромных следов. Сомнений у парня не осталось, ночью кто-то приходил. Чтобы узнать точно, нужно было проверить видеозаписи. Если честно, не знаю даже, что и говорить. Если постанова, то очень грамотно и логично продуманная. А вообще, хотелось бы верить, чтобы это все была правда. Номер 5. Настоятельно прошу приготовить вас пробки от вина. Но вы знаете, что с ними делать, потому что будет скример. В канун Рождества молодые ребята обнаружили кем-то вылепленного мерзкого снеговика. Ну и как это всегда бывает, подошли поближе, чтобы рассмотреть. Да-да, это был пранк, чтобы разыграть ничего не подозревающую девушку. Просто не хотелось вставлять в этот пункт какую-то жесть и крепоту. А хотелось закончить этот ролик, да и год в целом, на веселой ноте. И, кстати, неплохо поможет в этом стишок нашего подписчика. Новый год уж на носу, тренд листаю, что-то жду. Сам хочу, чего не знаю, на каналы залипаю. Нет, не то, и снова мимо. Жду сигнала, я терпимо. Вдруг влетает к нам видос, черный кот, наш Дед Мороз. Счастье, радость и веселье нам в подарок он принес. Что ж, очень круто и как нельзя кстати. Хотел сказать спасибо, что были весь этот год с нами. Надеюсь, в будущем году все будет так же замурчательно. Так, стоп, не хочу так же. Хочу, чтобы было лучше, и мы приложим все усилия, чтобы ролики были еще веселее и познавательнее. Короче, СНГ катанца, раз благость, удачи, черный кот вам был, апка.
здравствуйте, как вас зовут? О, меня метоксихлор диэтиламин, амин, братина, короче.